Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Сегодня я покажу, как готовлю очень вкусные щи из кислой капусты. Это не совсем привычный и не совсем классический рецепт щи. Но в нашей семье мы готовим щи именно так и уже много-много лет. Мой муж просто обожает эти кислые щи и всегда просит приготовить именно их. Но сначала нам нужно сварить мясной бульон. Просто заливаем мясо холодной водой, доводим до кипения. Если считаете нужным, первую воду сливаем. Если нет, то просто варим мясо примерно 3-4 часа, снимая пену. Ну, чем больше кусок мяса, тем дольше он будет вариться. И пока бульон варится, нам нужно подготовить овощи. Картофель, морковь очистить от кожуры, картошку нарезать на небольшие кубики, морковь натереть на терке, лук мелко порезать. Кстати, лично я не очень люблю резать картофель слишком уж мелким кубиком. Мне даже пару раз писали в комментариях, что я режу слишком крупно, мол, так резать не нужно. Но мне кажется, что каждый режет так, как ему больше нравится. Мне кажется, что слишком разваренный картофель в супе – это не очень хорошо. Овощи подготовили, теперь нам нужно сделать зажарку. Разогреваем в сковородке растительное масло и жарим лук вместе с морковкой, ну, примерно минут 5, периодически помешивая. На данном этапе морковь и лук должны именно жариться, а не тушиться. Поэтому жарим на сильном или среднем огне, помешиваем, чтобы не пригорело, и ни в коем случае воду не добавляем. Только когда овощи станут уже золотистыми, то есть они пожарятся, мы кладем в сковородку томатную пасту и только теперь добавляем немножечко водички. Все это перемешиваем и готовим еще примерно 5-7 минут. Здесь уже огонь можно убавить до минимального. А тем временем наш мясной бульон уже сварился. Теперь мы аккуратно достаем мясо, убираем его в отдельную посуду, чтобы оно немножко остыло, и потом мы будем мясо от костей отделять. А бульон возвращаем снова на плиту и кидаем в него картофель. Следом картофелю кладем готовую зажарку и варим все вместе примерно 15 минут на достаточно сильном огне. Варить нужно до мягкости картофеля. Когда суп сварится, картофель станет мягким, в самый последний момент добавляем квашеную капусту вместе с рассолом. Ни в коем случае рассол не сливаем, капусту предварительно не тушим и не жарим, просто кидаем ее прямо из упаковки прямо в суп. Так по моему рецепту нужно делать. И пока что нарезаем мясо. Мясо отделяем от костей, режем на удобные кусочки и кидаем в щи. То есть мясо мы должны положить примерно в одно время с капустой. После этого варим щи примерно 5 минут на среднем огне. Через 5 минут пробуем щи на соль. Если требуется, щи можно досолить. Я этого никогда не делаю сразу, потому что капуста у нас квашеная, в ней, как правило, уже много соли. Поэтому щи я всегда солю в самом-самом конце. Открываем кастрюлю крышкой и даем супу постоять примерно 5 минут. После этого подаем, конечно же, со сметанкой. Приятного вам аппетита, пробуйте мои щи и пишите ваши отзывы в комментариях.